Всем привет подписчикам моего канала. Видео для плейлиста распаковка с Алиэкспресс и Джума. Очередная распаковочка. Пришла только что посылочка. Значит, это должен быть не веливер, как они там говорят. Не ливер. Так, тут больше ничего нету. Вроде как что-то выпало. Это кусочек этого. В общем, пришел вот такой невеливер. Ну, в общем, лазерный уровень. В простой упаковочке, как видели, в пупырышке. Не знаю, кому нужно, никому не нужно. Где-то надписи все. Похоже на туристка, что ли. Что-то тут непонятно. В общем, такой лазерный уровень. Здесь вот батарейки. Не знаю, есть, нету. Сейчас попробую. Ага, попробую. Не хочется. Не хочет. Ладно. Ну, походу, тут есть, потому что... А, нет, нету. В общем, тут есть уровень горизонтальный, вертикальный. Сейчас я поставлю на паузу и найду батареечки. Так, значит, смотрите, вот такие штучки внутри, вот так вот они закреплены здесь, да? Это, ну, я смотрел как-то обзор, не знаю, что это. Это крепить именно на стену. Вы крепите, значит, вот сюда вот. Вот сюда вот. И, соответственно, регулируете, как там вам, вбок, вправо, влево и сюда. Вот таким вот макаром. Вот таким макаром он закрепляется на стене. Эти фигнюшки, они продаются. Это обычные бухгалтерские скрепки, или как они там называются. Тычки. То есть, если сломаются, не страшно. И в любом магазине, где продают номенклатуру бумажную, там, бумагу, ручки, все такое, можете найти. То есть, такая фигня. Две батарейки. Типа, наверное, АА. Так, значит, вот опять же она... Китайская коробочка для батареек. Значит, что у нас тут? Ага. Ну, по всей видимости, всегда минус вот здесь на пипуське. Ага, они не влазят. Значит, не эти нужны. Значит, нужны маленькие. Вот такие. Это у нас 3АА. Так, жопка. Да, 3АА, то есть полупальчиковые, я их называю. Нужны полупальчиковые батарейки. Для того, чтобы вот здесь вот замутить. Конечно, косо-криво сделано, блин. Китайцы узкоглазые, блин. Так, ну ладно, не буду крышку закрывать. Так, включаем. Вот загорелся. Загорелся этот перекресток. Значит, вот линия от него получается. Вот линия. Так, линия одна. Достаточно линия большая. Ну, сейчас покажу. То есть, вот она аж светит вот, вот аж в комнату. Это я вот так держу, вот боком. Если это, то, ну, соответственно, на стене будет вот так вот. Или, допустим, вот так вот висеть. Или вот так вот висеть будет. То есть, можете боком развернуть, как вам удобно. Ну, вот, скажем так, как вот на стене. Вот стена у нас. Значит, закрепляем вот этими штучками. Этим. Можете магнитик наклеить вот сюда вот полностью, как бы на крышечку, на вот это вот. На вот это вот. И тогда на стену просто приклеиваете железку и... Вот стена, значит, вот... Луч достаточно большой и мощный, я вам скажу так. То есть не это. Ну, как бы очень даже такой хорошенький луч. Вот даже можно, если умудриться, отбить, наверное, стену. Вот. Вот. Видите, да? Можно отбить какую-то стену.
То есть вы выравниваете по вот этим вот градусам, как их там назвать, по водному уровню выравниваете на стене вверх-вниз вот так вот. И, соответственно, отбиваете горизонтальную строчку. Вот, допустим, горизонтальная строчка, и вы уже там рисуете или подгоняете картину, или там что-то повесить вам надо. Он, опять же говорю, однолинейный, то есть не крестиком, ничего, но для домашнего, видите, да, аж во вторую комнату идет туда, то есть отражается это зеркало у меня. То есть для домашнего, и вот под лампочкой достаточно видно его. Вот лампочка включена. Для домашнего использования вообще классный, вот честно. Его можно и просто использовать, как этот уровень обычный, да? Ну, если батареи, допустим, нету. И лазер достаточно идеальный. Ну, лазер не искривишь никак. Только если он стоит центрально, естественно, ну, ровно выставили на заводе. Если он нам как-то повернут, немножко будет косяк-брак, то, конечно, будет вам показывать не то, что надо. Ну, это такие вот вещи, небольшие делать. Для домашнего повесить картину, там отбить на дверях косяк или еще что-нибудь. Да, и дверь можно, я так думаю, если как-то поставить его на треногу, зафиксировать, то, думаю, можно и двери. Сейчас я вот сниму телефон с треноги, попытаюсь, по крайней мере, это сделать. Сейчас, одну секундочку. Так, вот сниму с треноги. Вот у меня такая тренога. Кстати, ну это я потом расскажу в плейлисте, как служат китайские вещи. Значит, и соответственно мы сюда его ставим и закрепляем, да? Ну, раздвигается он там. Можно, в общем, как-то придумать его поставить на вот такую треногу. Либо же взять, купить где-то другую треногу, ну, треногу, которая там пошире с этим. Не для телефона, а вот именно вот для этих вещей. И вот, пожалуйста, установили, включили, направили. Вот, направили. И вам линию отбивать как хотите, короче говоря. В общем, вот такая вот беда. Хороший уровень. Стоит он 200 рублей. За 200 рублей вы только можете какую-нибудь указку купить. И, ну, по указке там нету вот этих вот... Там ничего не... Там просто линию ровно. Если вам надо рисовать, то можно, да. Ну, а так, конечно... Вещь хорошая. Даже вот так, если положить на доску, по водному уровню выставить градус, да, и можно, скажем так, отбивать эти прям горизонтальные линии вот так вот, вот таким вот макаром. То есть вот так вот выставить его, зафиксировать и отбивать, допустим, полы, да, те же самые. С одного края положили, когда при заливке. Вот так вот отметили, положили ровненько, отметили и заливайте, пожалуйста. Потом, когда уже залили все остальное, там остался метр у вас, да, убрали его. Мне нравится, вещь крутая, недорогая. Так что советую приобретению. Ссылочку я постараюсь оставить, но вы знаете, как это говорится, эти ссылки все всегда бывают просроченные. Ну, короче, товар распродается и... Ссылка не действует, так что я как бы особо смысла не вижу ставить ссылки. Я думаю, все YouTube могут пользоваться и набрать нивелир там или лазерный уровень и поискать там буквально в первых предложениях будет вот эта штука. 200 с чем-то рублей, точно не помню. Да, 260 что ли. Ну, если что, я вставлю картинку. Сколько он стоит, сколько я его покупал. Все, всем пока. Вот такая вот вещица обалденная, честно говоря, для бытового применения. Вообще классно. Все, смотрите, что будет дальше. Подписывайтесь. Всем удачи. Рок-н-ролл, канал Top Secret.